Карабдухинском районе началась ликвидация большой несанкционированной свалки после вмешательства Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора. На землях сельхозназначения находился токсичный строительный и бытовой мусор площадью более 1 гектара. По мнению управления Россельхознадзора, причиной появления свалки стало отсутствие муниципального контроля. В отношении главы села Карабдухкент Магомедсалтана Гасанова составлен протокол. На данный момент от мусора очищено около 80% загрязненной территории. Полностью ликвидировать свалку планируется к августу этого года. Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора напоминает, что земли сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании, подлежат особой охране и эксплуатации строго по назначению. Согласно статье 13 Земельного кодекса Российской Федерации, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите земель от загрязнения отходами и другого негативного воздействия.